Ой, осознанно, я осознанно, я в моменте. Ребят, это просто модное слово. Я в моменте, я осознанный. А как ты осознанный? Что ты понимаешь под осознанным? Ты во внешнем восприятии не можешь быть осознанным. Ты должен одновременно тогда и сюда, и туда. Вот тогда ты будешь осознанным. Осознанность – это баланс внутреннего и внешнего восприятия. Это баланс сознательного и бессознательного в тебе. Вот это осознанность. Осознанность – это абсолютное понимание, что ты бессмертный. Осознанность – это абсолютное понимание, что если тебя даже бульдозер раздавливает, ты это воспринимаешь, как с тобой этого не могло произойти, если у тебя нету такого долга. Око за око, зуб за зуб. Вот тогда это осознанность. А в противном – это просто красивые слова с красивыми накрашенными губами. А пустышка, ничего нету в этой осознанности.